Областного банка России машины припаркованы вторым рядом, третьим рядом. Сейчас я вызвал эвакуаторы, сотрудников полиции. Вся полоса занята автомобилями. Уже имеется знак 327. В зоне действия знака стоите. В ГИБДД будете направлены, оштрафованы. Без проблем. Отъедете. Вы в зоне действия знака стоите. Служебно необходимо. Нет такого. Нет такого в правилах дорожного движения. Можете переставить автомобиль? Уезжайте. Чё? А что, сотрудник полиции нарушает, да? Что такое? Руки. Руки нельзя. Почему нарушаете правила дорожного движения, уважаемые? Уважаемые, почему правила нарушаете? Представьтесь, пожалуйста, при обращении гражданина вы должны представиться.
А зачем же вы вторым рядом-то останавливались, мужчина? Вторым рядом, зачем остановились? Ума хватает. Что? А, ума у вас много, да? Чего? Ума у вас много. Не, ну вы сказали, ума хватает, да? Почему? Хочу снимать. Хочу, снимаю, хочу. Нет, вы нарушаете правила дорожного движения. А? Зачем? Мы не клеим. Вы с кем-то путаете нас. Вы просто нарушаете. Зачем вы хамите-то? Продолжайте. Ну да, наверное, с кем-то путаете. Нарушать нехорошо просто, мужчина. Ну, больше не нарушайте, ладно? Пожалуйста. Просто некрасиво хамить другим людям. Поставили машину, где вам хочется, и все. Так же не делается. Ты что, не видел, я на минуту отдал бумагу? Ну, да не видел. Во-первых, не ты, а вы, мужчина. Мы же с вами не знакомы. Смотри, я все снял уже, зафиксировал. Сейчас эвакуаторы приедут. Сейчас эвакуаторы приедут. Не волнуйтесь, не переживайте сильно. Здрасте. А машину уберите, пожалуйста, из второго ряда. Ага, хорошо. Хорошо. У вас дверь задняя открыта, мужчина. Дверь задняя открыта. Закрыть, помочь? А, сами. Хорошо. Здравствуйте. А зачем же вы во втором ряду припарковали автомобиль свой? Кто? Ой. Я же не водитель, вы знаете. А, там водитель есть, да? Я не знаю. Может, сейчас посмотрю. Я посмотрю, да. Ну, есть водитель, то... Я же не водитель. Понял. Ну, ладно, сейчас обращусь к водителю. Ну, да, а можете тогда своему водителю... Вы сотрудник полиции? Можете подсказать, чтобы убрал из второго ряда автомобиль, если вы не водитель? Если я не водитель? Ну, да. Вы же сотрудник полиции. Он во втором ряду только что припарковался, я же видел. А, ну, вы можете пройти, посмотреть. Не, ну, вы можете сказать, вы же должны пресечь правонарушение. У меня нету водителя. Как нету? Значит, вы водитель. Я не водитель, я не являюсь водителем. Ну вы же только что вышли из машины, я же видел. Вы же из автомобиля вышли, припарковал. Кто-то припарковал вторым рядом. Я вышел из автомобиля, не знаю, вы, не вы. Вы же не можете видеть, правильно? Ну я далеко был, да, я не видел, кто водитель, правильно. Ну если не вы водитель, просто можете подсказать водителю, чтобы убрал. Вы же сотрудник. Должны на нарушение как-то реагировать, правильно? Да, вот это Приора, по-моему. О, ну что ж так. Представьте, пожалуйста. Можете представиться? Уезжайте. Женщина, а машину уберите, пожалуйста, из второго ряда, а? Сейчас. Уезжайте уже. Или только приехали? Да я только приехала, мне банк. Смотрите, гляньте. Ну вы просто это вообще что-то нереальное вы делаете, да? Взяли вторым ряд, привыкли так, наверное.
Здравствуйте. Здравствуйте. Машину уберите, пожалуйста, с второго ряда. Здрасте. Машину вы во втором ряду, к сожалению, пытаетесь припарковать. Не могли бы? Пытайтесь, да, пока. Спасибо. Так, конструкций никаких не наблюдается. Это приятно. Вот он, въезд, где были установлены. Сейчас нету, сейчас только... Вторым рядом нарушает правила дорожного движения. И там вот с той стороны. Машину уберите с второго ряда, пожалуйста. А? Вы только что припарковали. Что-что? Можете убрать из второго ряда? Конечно, могу. Будьте добры. Хорошо. А что вы снимаете? Снимай правонарушение ваше. Мужчина, вы тоже под действие знака поставили 3.27. Смотрите, вот он, знак, смотрите, желтая линия разметки. Чего? Ну нельзя здесь ставить, как чего? Стоять на шоу. Эвакуируй, сейчас эвакуатор приедет и их заберет. Вот, смотрите. Ну вы в ГИБДД будете направлены, мужчина, там штраф выпишут. Не будете убирать? Я сейчас уберу одну минуту. Нет, прямо сейчас уберите. Человек стоит, ждет. Да человек подождет, вы переставьте на другую сторону. И... Идите, ради бога, а? Да я сам решу. Куда считаете? Сам решу, хорошо. Что мне делать. Уберите машину, пожалуйста. Спасибо. За что? За то, что вы... Говорите, вот когда уберете, пожалуйста. Я вам скажу спасибо. Подождите. Не будете убирать? Ну хорошо, тогда штраф. Без проблем. Хамство оно должно наказывать, согласны? Что? Однозначно. А, во, согласен. Будете убирать, нет? Последний раз. Предлагаю вам. Прошу. Я уберу сейчас через одну. Ну, прямо сейчас. Вы видите, я даже машину не глушу. Ну, прямо сейчас, будьте добры. Вы можете поехать с этим гражданином, с вашим товарищем, переговорить где-то вместе, давайте где... я сам решу. Что разрешена парковка. Нет, я вам просто предлагаю. Я сам решу, что... Ну, вы можете убрать? Пожалуйста. Пожалуйста, уберите машину. Не будете нет, убирать я машину? Я вас поснимаю. Что вы хотите? Вы машину будете вы убирать? Вы стоите, мне мешаете разговаривать. Вы нарушаете правила дорожного движения. Я вас прошу десятый раз убрать идите? Автомобиль. Я вам мешаю стоять на пешеходном дорожке. Нет, вы просто нарушаете правила дорожного движения. Этого недостаточно? Я вам мешаю стоять на пешеходной дорожке. Для вас недостаточно то, что вы нарушаете правила идите, дорожного движения? Бога, идите, я вон, сам кто, решу, кто куда мешает? Мне идти. Я сам решу, куда мне идти. Уберите машину, да, пожалуйста. Будьте так любезны. Слышите? Да, пойдем пройдем. Да? Да и уже вызвали эвакуаторы. В том-то и дело. Он вот здесь находится, гражданин. А не хочет убирать. Прям как-то некрасиво ведет себя. Так нельзя. Слышь ты, не ты, а вы. Слышь. Слышь, ты будешь там в семье своей говорить. Слышь. Что тебе надо? Мне надо, чтобы ты убрал автомобиль и не хамил другим людям и никому. И никогда не нарушал правила дорожного движения. Вот что мне нужно. Я тебе не по-русски объяснил, что ли? Что дальше? Будешь убирать? Уберите автомобиль, пожалуйста. Что?
Вот я ему и говорю, он хамит, он не понимает, этот гражданин. Вам даже вот охрана говорит. Девушка, а зачем вы так паркуете автомобиль? Добрый день, мужчина. Уберите, пожалуйста, машину из второго ряда. Куда припарковаться? Ну, разве пешеход должен вам об этом говорить? Вы же водитель, сдавали на водительское удостоверение, правильно? В каких целях занимаетесь? В целях фиксации правонарушения. А где написано, что правонарушение? И вашей безопасности. Написано что, мужчина? Мужчина, я же вас попросил убрать из второго ряда автомобиль. Ну, найдите, пожалуйста. Найдите, пожалуйста. В правилах дорожного движения не написано, если вы директора привезли, вы можете стоять вторым рядом. Вы штраф получите в ГИБДД, мужчина. Штраф в ГИБДД. Очень простой. Я зафиксирую ваши регистрационные знаки. Вы будете вызваны в ГАИ и получите штраф. Здравствуйте. Вы знаете, что нарушаете мои конституционные права. Уберите, пожалуйста, машину второго ряда. Вы знаете, что нарушаете мои права. А вы знаете, что вы нарушаете мои права? Какие? Вы стоите вторым рядом, нарушаете правила дорожного движения. Назовите, какие я ваши права нарушаю? Нарушаете мои права? Какие права я нарушаю? Назовите меня. Как гражданина, который соблюдает правила дорожного движения, а вы их нарушаете. Я ваши права нарушаю. Да, я не хочу, как чтобы... Статью Конституции быстро. Очень просто. Вы нарушаете правила дорожного движения. Я фиксирую. Да, я не хочу, чтобы хамили другим людям. Вы не волнуйтесь, пожалуйста. У вас паучок, кстати, ползет. Вон, снимите паучка. Уберите машину, пожалуйста, из второго ряда. Штраф получите, мужчина. Штраф получите просто. Штрафуют вас. А я на вас в суд подам. Всего доброго. Сдержите слово, пожалуйста. А? До свидания. Пока вы не берете машину. Надо Вы нарушаете мои права. Я ничем не нарушаю. В общественном месте, мужчина. Вы меня снимаете? Ну, в общественном месте можно, мужчина. Вас смотрите, сколько камер снимает. Тут камеры на каждом углу. Конкретно это вы. Смотрите, сколько камер вот здесь. Вы скажите им всем, чтобы не снимали вас. Смотрите, на банке вас снимают, там вас снимают. По всему городу снимают. Вы заходите в любое помещение, вас снимают. Вы чем больше стоите, тем привлекаете к себе больше внимания, понимаете? Хотя просто можно убрать и все. Здравствуйте. Вот, мужчина, привлеките, пожалуйста, к ответственности. Мужчина, можно привлечь? Уважаемый сотрудник, куда же вы пошли? Что же вы правонарушение-то пропустили? Вот там можно начать эвакуацию, пожалуйста. Я сейчас разберусь, как начать эвакуацию. Но я вас прошу, я гражданин. У меня есть к вам обращение. Давай. У меня к вам обращение. Можете представиться? Как вас зовут? ДПС, полиция Зелени. Уважаемый сотрудник ДПС, да. Будьте добры, вот правонарушение 12-Б. Я вызвал сюда, я обращался по моему обращению. Я вижу,
Здесь, да. Как машины стоят с нарушением? Да, пожалуйста. Вот здесь. Можно эвакуировать транспортный средств? К вам обращение. Пожалуйста, пожалуйста. Будем эвакуировать, будем принимать меры. Замечательно. Хорошо. Замечательно. А что же вы не привлекли-то? Можно еще обращение, уважаемый сотрудник? Как ваше имя? Как ваше имя? Я вам представился. Как ваше имя? У меня обращение к вам. Владимир. Владимир? Да. А почему же вы пропустили нарушителя? Я вас просил остановить. Я не пропускал. Машины были в движении. Хотя просто можно убрать и все. Здравствуйте. Вот, мужчина, привлеките, пожалуйста, ответственность. Мужчина, можно привлечь? Уважаемый сотрудник, куда же вы пошли? Стояли. Они не в движении были. У меня было зафиксировано. Я вас попросил. Вы тогда свою видеофиксацию предоставьте, будут принимать. Так вы на месте должны в соответствии с приказом. Я никаких нарушений не видел. Машины были в движении. Я пропускал. Машины были в движении. Машины были в движении. Вот я сейчас стою. Мы обязаны были остановить, отреагировать на обращение. Вы не отреагировали почему-то. А куда вы едете? Вот же нарушение там у прокуратуры. У прокуратуры не хотят эвакуировать. Работа у вас такая. Вам за это платят, объясните. Кто? Ну кто, вы ходите. А, вот, гражданин знает. Конечно. Да не платит никто, не платит. Хотя закон рассматривают, может и будут платить, но не платят пока. Не разрешаю меня снимать сейчас. Ну хорошо, я понял. Отвернитесь, пожалуйста. Ну хорошо, вы пока ко мне будете обращаться, до тех пор я буду снимать. Прекратите, отверну.